По просьбе трудящихся вметываем рукав. Хотя на этом этапе это не делается, но в виде исключения из правил я иду на уступки. Итак, рукав всегда маленькая деталь на лицевой стороне, большая деталь, вот наше изделие, вот это, на изнанке. Мы находим вот эту птичку крошечную, которая показывает нам переднюю половинку, и понимаем, в какую пройму надо этот рукавчик вметывать. То есть передняя половинка, вот эта птичка, идет к передней половинке, соответственно. Потом находим боковой шов рукава, совмещаем с боковым швом нашего изделия, ставим булавочку, потом берем ниточку с иголочкой и находим рассечку, которая точке О соответствует, совмещаем с плечевым швом. Закалываем булавочкой на расстоянии 1,5 сантиметра от среза. Да, у нас много посадки, попробуем ее распределить. Значит, смотрите, вот на этом участке идут ниточки вдоль и поперек, посадить ничего нельзя. Поэтому я делаю вот таких вот пару стежков. Потом начинается косина. И я начинаю потихонечку, двигая большим пальцем левой руки навстречу себе, навстречу иголочке ткань, видите, как подвигаю, да? Стараюсь мелкими стежочками вот эту косину припосадить. Но при этом соблюдаю дистанцию. Вот. Дошли до того момента, где посадку тоже бы не надо делать, потому что здесь встречаются долевые уточные нити. Значит, проходим вот так спокойно. Ну а дальше уравниваем срезы, и в нижней части рукавчика, вот здесь тоже возможна посадка, где и ткань идет по косой, мы тоже делаем вот такую вот небольшую посадочку. Здесь она делается у нас легко и просто. Произвольно. Так, разворачиваемся, делаем посадку. Смотрите, как в нижней части рукавчика я тоже делаю посадку. Вот здесь, где шовчики, посаживать ничего нельзя, потому что там опять долевая уточная нить. А вот на этом участке, где у нас идет косина, посаживать как раз запросто очень даже можно. И поэтому я немножечко припосаживаю рукавчик здесь. Закончилась эта косина. Дальше идем. И начинаем вот в этом месте. Смотрите, как много посадки. Нам надо ее как-то сюда запихнуть. Миленькими стежочками. На 1,5 сантиметра на расстоянии. Если сужать будете, конфликт будет больше, посадки будет больше. Чем дальше будете отходить от краешка, тем посадки будет меньше. И вот смотрите, по чуть-чуть, и нам удалось от нее избавиться. Смотрим, что получилось. Смотрите, я спокойно прострочу. Вот так много посадки, и, в общем-то, мы ее всю прибрали, упаковали. Посмотрим, что на лице получилось. Я одеваю обычно вот так на ручку. Смотрите, как смотрится рукавчик. Хорошо? Хорошо. А это? Волшебник. Волшебник. Сейчас надо это померить. Сейчас второй рукав метаем и померим. Может, примерку еще покажем. Выключаем.